Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директор Адлера. Я нахожусь в начале Олимпийского парка у станции курорта Меретинский. Смотрите, это перед вами новый концертно-театральный комплекс. Смотрите, уже заканчивают обшивочку. Какие молодцы! Как красиво будет! Так, я сейчас нахожусь на аллее пальм. Смотрите, как здесь красиво. Приезжайте тут, пофотографируйтесь. Никто даже не поймет, что вы в Сочи. Вот такое тут место есть. Это находится рядом со станцией курорта Меретинский. Так, сегодня 4 марта, если мне память не изменяет. И мы отправляемся сейчас через Олимпийский парк. В Фишту идет фестиваль молодежи. Дальше выйдем к спортивному Сириус парку, к пляжу Редисон, Роза Хутор. Я хочу искупаться. В общем, поехали посмотрим, что творится в Олимпийском парке, как проходит фестиваль молодежи. Покружимся там, посмотрим обстановку, атмосферу. Поэтому я желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки. Зовите друзей, отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Поставьте мне лайк. Мы начинаем. Так, вот станция курорта Меретинский. Тут стоят электрички, пригородный храм Христа Спасителя. Тут у нас хоккей. Так, смотрите, какая у нас тут атмосфера. Мне вообще очень все нравится. Тепло, хорошо. Есть только вот какая-то дымка небольшая. Справа автодром. Может, кто не знает, я думаю, тут много новых. Поэтому вот я веду краткую навигацию по тем местам, где мы едем. И мы сейчас двигаемся по Олимпийской аллее. В эпицентр, так сказать, событий. Но в сам эпицентр попасть-то мы не сможем, потому что нет аккредитации, но у нас тут свой центр, понимаете. Я считаю, что самый центр — это на пляж Редисон, Роза Хутор, потому что все-таки там самые красивые места. Ну, сейчас мы туда доедем, сами все увидите. Так, я выехал, у меня тут планы все поснимать, зафиксировать, искупаться и потренироваться. Поэтому давайте присоединяйтесь. У нас тут, ну, примерно сейчас где-то 14 градусов тепла. Что самое хорошее, то что нет ветра. Вчера был сильнейший ветер, я практически ничего не смог снять. В общем, я вышел, попробовал и понял, что это дискомфортно. Сильные порывы ветра. И вот сегодня нет ветра, я собираюсь до границы России, Абхазия доехать. Давно там не был. И там искупаюсь и потренируюсь. Так, ну, народу довольно много. Сейчас будем в центр заезжать. А вы, друзья, напишите, как у вас там с погодой. Наверное, тоже потеплело. Напишите, откуда меня смотрите, когда приедете. Будет интересно почитать, какая у вас там погода. Так, поднимаемся на мост сейчас. Посмотрим. С моста на обстановку. Слышу музыку с Олимпийской площади. И мне уже очень жарко. Сейчас, наверное, сразу на пляже Редисон, Роза Хутор, и буду купаться. Так, давайте сделаем круговой обзор. Смотрите, какая дымка, туман, не видно гор. Но солнце светит хорошо, жарит.
Так, я делаю фотографии для своего телеграм-канала. Подписывайтесь, у меня там информация в режиме реального времени. Все ссылочки в описании будут. Так, подъезжаем к центру Олимпийского парка. Вон сцена с флаги там. Идет мероприятие. Нам же туда нельзя, у нас нет аккредитации. Мы сейчас будем объезжать. Двигаться к набережной. Вот тут стоит охрана, проверяет аккредитацию и по аккредитации пускает. Смотрите, там так пусто, народу вообще нет. И я думаю о том, что ну пустили бы туристов. Разве тут много туристов? По-моему, тут вообще, если всех подряд пускать, вообще ничего не случится критичного. Может быть, по паспорту хотя бы стали бы пускать. Так, вот у них тут такие сборы. Давайте сейчас тут покружимся чуть-чуть. Иностранные студенты гуляют. У нас, считайте, середина фестиваля. Тут ребятки играют в гольф. Я все это мероприятие фотографирую. Хорошо, тепло, хорошо, что погода хорошая. Люди могут комфортно гулять, смотрите. Карина. Привет, Карин. Да все классно, вот выехал тут. Да нет пропуска туда. Нет, а у тебя? Есть, давай я скажу, посмотрю. Давай, серьезно. Я, кстати, я не могу, я на работе сейчас. Я завтра выходная, завтра можно сходить, я думала, на концерт. Но туда не пустят, так. Ты думаешь, не пустят? Не, если бы ты сделала, я бы с удовольствием тебе дал бы на часок, на два, если бы ты зашла. Ну, просто прошла по сцене, зашла в Буран. Я, кстати, сегодня вспоминала про тебя, такая, думаю, блин, у тебя, наверное, пропуска нет, а там такой движ тебе для канала, классно будет. Но многие хотят, но у меня и так стреляют все. Да. Ты так, типа, видишь, да. Давай спишемся, если у тебя будет желание, это же тоже не просто камеру взять и пойти, это же ты будешь привлекать внимание, но, может быть, ты хочешь получить такой опыт? Ну да, прикольно. Да, если есть желание, то я с удовольствием. Ладно, если что, на связь. Все, связь. Так, это Карина, она работала фотографом с нами. Лида, отойди, пожалуйста, сама не можешь отойти. Такая Лида говорит, отойти. Так, я тут этот двигаюсь. Смотрите, мы подъезжаем к аккредитационному центру.
аттракционному центру. Волонтеры. Что-то они уже подустали, по-моему. Были более позитивные. Так. Подъехали к Монтере и сейчас двигаемся к пляжу Редисон Роза Хутор. Я сейчас, когда ехал сюда, на Блиново, там мне надо пересечь дороги, ЖД пути, магистраль, и там очень много ДПСников стояло. Я когда к пешеходному переходу подъехал, я так стоял, ну что сейчас зеленый загорится, я проеду пешеходный переход. А он мне, знаете, что говорит? По пешеходному переходу пешком, ну знаете, что нельзя на велосипеде проезжать на пешеходному переходу. И я подумал, вот какие молодцы. В том плане, что держат марку, чтобы все было по правилам. Так, вот аниматоры. Добрый день. Мы тут затусили так хорошо. На открытие. Так, и подъезжаем к пляжам. Сейчас будем выезжать. Так, давайте посмотрим на эти лица. Тут они в традиционных нарядах. Сейчас посмотрим на них и пойдем купаться. Так, вот китайские друзья, белорусы, идет делегация целая, смотрите. Hello! Привет! Привет! Так, можно, в принципе, дальше проехать, а можно выехать тут через пешеходный переход, и сразу мы окажемся на пляже Роза Хутор. Так, вот тут давайте пересечем Олимпийский проспект. И тут тоже очень плотненькое движение у нас. Посмотрите. Сейчас здесь мы тут и можем искупнуться, по-моему. Очень-очень много людей. Оп, кого-то там вправо остановочку. А ну хочу посмотреть, кому там вправо остановочку. Делаем оп. Знаете, кого они приняли? Грузовик. Наверное, запрещено. Интегрита. По-моему, запрещено заезжать. И... Так, и двигаемся дальше, значит. Прокатимся вдоль пляжа. У нас слева пляж Роза Хутор. Открыты
Редиса начинается. Вообще, я кайфую от этой атмосферы, мне так классно выехать, прокатиться, ну, вообще все это наблюдать. Такое спокойствие, люди такие спокойные, довольные. Это вообще в какую-то гармонию тебя погружает, что вот все хорошо. Так, я думаю, где-нибудь тут сейчас искупаться, на камнях, точнее, за камнями. Где людей нет. Так, я снял недавно про вот этот участок огражденный, аварийный ролик. Посмотрите, что я о нем думаю. Так, в целом очень много людей. Так, ну вот тут можно искупнуться, например. Так, я сейчас просто сделаю так. Я сейчас велосипед оставлю на стоянке в спортивном Сириус парке. И пойду окунусь. Сейчас тут через забор перелезу. Волны все равно нет. Вот этот не пристегнут, по-моему, велосипед. Я думаю, что в принципе можно тут и не пристегивать. Я просто сфотографирую. Я сейчас буквально на 10 минут отойду. Так, вот тут можно искупаться, если вы не хотите, чтобы вас кто-то тревожил. Можно вот тут за камнями. Так, в той стороне Сочи, порт. Много чего интересного. Можно прямо вот тут. Так, вид в эту сторону, смотрите. Ох. О, я так прогрелся хорошо как раз. У нас тут даже, смотрите, волна есть. Так, хочу посмотреть, как тут вообще водичка. Так, ну вроде нормально тут. Можно искупаться. Зайти, занырнуть три разочка. Ноги вроде не сломаю, вроде есть тут. Не пойму, заход. Так, ладно, друзья, как я купаюсь, сможете посмотреть в моем телеграм-канале. У меня там рубрика «Купание каждый день». И все, я сейчас искупаюсь и, наверное, запущу стрим. На этом прощаюсь с вами. Желаю всем удачи, успехов. Пусть у вас все получается. Всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья.